Hey, всем привет, друзья, это канал Outcast Games. Продолжаем с вами проходить City Special Forces. Я думаю, скорее всего, мы не пройдем за эту серию, потому что мне нужно чуть-чуть покороче серия будет. А чё ты, слышь, я туда все равно не могу вылезти. Как херли там лазить, Я все равно выйти наверх не могу, пацаны, к вам. Никак. Чё это? 40. Тут, блин, сучара. Пули не долетают. Ты куда? Сука. Блин, сверху, короче, аптечка. Окей. Нормально. Мне бы ее как-то забрать. О, спасибо. Только смысла я туда бегу, там ничего нет все равно. Хорошо, пошли назад. Миссия довольно-таки прикольная. Я башкой не ебну. А как туда? Что ты сделаешь? А как туда попасть? Или с другой стороны? Ладно. Блин, пули то до конца этого экрана долетают, то исчезают, хер просышь. Мне нужно где-то спуститься. Вот тут. Есть. Спецназ. Да блин, кто здесь из своих шмоток наложил, блять? Не перелезть. Офигенно придумали, короче, вот такие штуки, типа ты берешь их, да, но они, в принципе, бесполезные, потому что я ими даже не пользуюсь. Это дробовик, представляешь? Он в упор вообще никчемный. То есть не то, что никчемный, в упор им нужно пользоваться, так как кто в упор подходит? Никто, тут просто вот так сидишь, стреляешь, да и все. И нахрен этот дробовик? Он здесь не актуальный. Я тут не пройду? Пройду. Ух ты, блядь. Чё за терминатор? Да, блин, чё ты не стреляешь-то? Так, нужно вернуться за аптечкой. Блин, сверху там еще одна аптечка. В принципе, мне нету резона идти поверху, правильно? Пока что. Если заставят, только если заставят, тогда пойду. Сейчас, ну, смысл мне идти поверху, реально. О, так я могу так стрелять, в смысле? Подожди, я как-то в него сейчас попадал. Хе-хе. Нет. Нет. А как я попадал в него-то? А, заворачивал пули, серьезно? Смотри, когда бежишь, пуля заворачивается. Хе-хе. Прикольно. А сколько ему, интересно, нужно? Хорош. Прикольно, можно пули заворачивать. А, здесь была аптечка. Да я что-то поднимаю, не пойму. Ой. Короче, автоматом можно... В смысле? Автоматом можно пользоваться. Патронов все равно куча. Блин, он тут в любом случае попадает, сука. Подожди, не, пойду аптечку возьму, пока она далеко.
Energy. Фига вы тут раздолбали, короче, весь поезд. О, я дошел до переда. Там сзади чувак был. Надо же было его убить. А то он может с ножом подойти. Так, это первая миссия только, да? Четвертое задание. Первая миссия. Задание 4, миссия 1. Да. Что там дальше? Генерал, теперь, когда ты достиг платформ, действуй с особой осторожностью. Снайперы на чеку. Скрытая сова. Обычное дело. Задание 4, миссия 2. Снайпер. Будет снайперский режим. Блин, как я его ненавижу. Давай сохранюсь. А, полицейский находится в заложниках. Верни его. Может быть, он нам что-нибудь расскажет. Окей. Что-то взял, гранаты взял. А это ящик не взрывается? Взрывается. Там патроны. Баба! Я бабу завалил сейчас. Баба-снайпер. Представляете? Тут можно стрелять, откуда я знал. Я думал, эти бочки нельзя простреливать, как обычно. Зато... На них встать даже можно. Но зато они простреливаются. Это кто? Блять, поймал. Хедшот гранатой. Бабёха, ты что тут делаешь-то? На, обменялись. Так, ну аптечку я заберу, ну её нахрен. Классно, выкинул, короче, прям между. Так куда ты? Баба! Иди нахрен. Зачем ты вылазишь, женщина? Сиди себе дома, да и не парься. Вот ты дура. Да, блин. Чё ты не допрыгиваешь? Да, блин, запрыгни! Вот ты сучонок! Блин, снопа! Так и знал. Ладно. Давай. На нолик стрелять. 6. А как аптечку здесь использовать, например? Вы чё так медленно? Я не успею уже. И все это за одну жизнь нужно сделать, кстати. А я не успею никак.
Заново, блядь. Ну это нереально будет, я не успею. Здесь очень медленно двигается прицел. Очень медленно, он меня в любом случае, они меня завалят. В любом. Тут варианта не будет выиграть. Если бы он мог быстрее немножко двигаться. Да, блядь, что-то не попал. Да что ты не попадаешь-то, дурбел? Смотри. Понятно. 4 выстрела в чувака въебенил и ни разу не попал. Хотя я в него прям стреляю. Ладно бы я стрелял куда-то мимо, так я прям в него стреляю, блядь. Далековато херачить прицелом. Вот тебе и все. Не успею. Тут уже не успею. Прицел очень медленно двигается. Прям даже если я вычислю, где они, я все равно. Ну как, слева-справа, там, да. Вот я сейчас в него не попал. Вот опять не попал. Но засчитало. А в этого попадаю, но. Да что? Блять, пиздец! Вы что, издеваетесь нахуй? Уже можно переигрывать. Блять, какой-то ёбнутый чувак. Я в него 3 раза выстрелил, 3 раза попал. Центр прицела прям в нем. Нет, нихера не засчитывает. Красиво. Где кнопка, которая быстрее... А, на все кнопки стрелять, короче, я понял. И только на нолик. Просто быстрее бы прицел еще двигался, было бы вообще зашибись. Успел, блин. Успел, не успел? Или не успел? Не понял, у меня 0 хпшки было сейчас. Спасибо. Спасибо, игрушка, спасибо. Я его убил, но при этом засчитала им, что я проиграл. Ну, спасибо. Почему бы, собственно, и нет? Спасибо. Спасибо, блядь. Вот тут так долго поднимается. Не успел кнопку даже нажать. Нет, это нереально. Это нереально будет. Вообще нереально. Это тупо сделали, очень тупо сделали. То, что они в тебя в любом случае попадают. Потому что ты пока доведешь до одного, потом тебя другой уже пристрелит 3 раза. Вот смотри, я сейчас же не попал в него. Но мне засчитало. Пошли нахер. Не люблю вот эти миссии. Прям пиздец, как не люблю. Вот эти снайперские. Они такие тупые, что в первой части были тупые, что здесь. А здесь еще хуже. А, я представляю, что там, что в третьей будет. О, ужас. Даже представлять не хочется.
А придется. Так, продолжаем. Почему не простреливается? Блядь. Лучше пойду поверху, нахер. Если можно. А запрыгни, пожалуйста, на вот эту штуку. Спасибо. А так что-то не запрыгиваешь. Да запрыгни, ты же можешь, ты же дурак просто. Серьезно? Но зато его не задело ни разу. При этом его не задела эта штука. При этом взрыв он перед взрывом стоял, но её не задел. Как это работает? Так, аптечка мне пока не нужна. Баба! Так, подожди, сохраню, что-то очень подозрительно. Ой, сорян. Спасибо, что спас меня. Ты должен найти бочки с плутонием. И что? Искупаться в них? Проверка карты памяти. Хорошо, миссия минус один, миссия два. Я так понимаю, еще 3, 4 и 5 осталось. 3 штучки, я как раз на серию. Хотя, может быть, там еще задание будет. Офицер полиции дал нам действительно ценную информацию. Найди 4 бочки плутония. Это будет железное доказательство, когда дело дойдет до суда. Я получу все доказательства, которые нам нужны. Значит, 4, миссия 3. Давай. Хотя бы нету вертолетных этих миссий тупых. Тоже неадекватных. Я так понимаю, не на время. Спасибо. Хотя бы не на время. Так. Не знаю, ни сюда, ни сюда. Перестрелка века. Так, 4 бочки. Ну да, это, в принципе, если не на время, то это несложно. Ага, так и знал. Что в этих штуках что-то может лежать.
Да, блин, попал. Вот эта бочка. What the fuck? Ты откуда, блин, сучара? Ага. Гранаты. Почему от своих гранат они не умирают? Это же тоже было бы нормально так. Ну, было бы логично. Как минимум. Хи-хи. Это дверь? Нет. Да, блядь, гранаты грёбаные эти. Вообще неправильно работают. А я так понимаю, я что-то где-то провтыкал, да? Так, бочка. В тупике. Стой! Чё это? Бля, этот еблан попадает в любом случае. А чё это, подожди? Базука? Вау. Прикольно. Да, спасибо. Заебашили, блядь. Как они тупо работают, эти гранаты? Немножко, ну ладно. Так, сука, еще две бочки нужно где-то найти. Блин, давай быстрее. А что я так быстро его убил? Так, вот одна бочка. С той стороны будет другая. Ха. Ну ладно, разменялись. Хач! Ну, бочку я нашел, в принципе. Что мне еще надо? Базука мне, в принципе, не надо, потому что все равно конец этапа, ее все равно заберут. А может и надо.
Я правильно делаю сейчас? Типа, но неправильно. Блин, а ты можешь побыстрее как-то, я не знаю. Вы же не синхронно, блядь, делаете это все. Нифига ты ушла, блин. Заебись, блядь. Охуенно, блядь. Зачем я сюда иду? Рискую вот так вот с края на край. Хыч! Вот, сука, спасибо. Хоть что-то сделали, блядь, полезное. Здорово. А, браво, ты забрал все бочки с плутонием. Теперь у нас есть железные доказательства, чтобы обвинить Петру. Не, это все классно, только куда я 4 бочки засунул? Вопрос. Куда влезло 4 бочки и с плутонием тем более? Ты дурак? Ладно. Так, твоя конечная цель нейтрализовать Петру, но она так просто не сдастся. Скажи, давай, я не собираюсь отказываться от этого задания. Задание 4, миссия 4, но я так понимаю, это еще не последнее. Это нейтрализовать-то, это понимаю, но это не самая-самая еще последняя миссия, скорее всего. Хотя, кто его знает? Черт бы побрал эти КТС, тебя и твоих приятелей. Вы украли мои бочки с плутонием. Мы украли? Ты украла их первой. Ха-ха, неважно, мои люди разберутся с тобой. Ну да. Будем сейчас еще будем смотреть, кто первый украл, кто второй, как в школе, да? Короче, давайте на этом закончим, вот здесь остановимся. Всем спасибо за просмотр, ссылки в описании под видео. Комментируйте, и всем до встречи в следующей серии. Оба-на. КТ Special Forces. Все, всем пока.